Категорически. Продолжаем прохождение козла. Записываю вторую сразу серию подряд. Немножко тут прошелся, пока в перерыве между сериями. Купил себе каску солдата. Не знаю, тут написано выбрать солдата, но что-то я не понимаю, типа. Потом, говорит, отдать ему приказ. Что-то непонятно. А, да, и нашел таконоги, когда делаешь вот так вот. Подрывает пердежом. Чтобы, в общем, не... Тут надо какую-то шляпку одеть, чтобы не мешало мне пукать вот так вот. Вот. Так, дойдем до инстинктов. Вот тут рядышком инстинкты. Так, а вот тут пугало. Может, Кунан помочь? Иди, нельзя наручники, нельзя наручники. Я убегаю. Быстрее. Где-то здесь. Или выше? Это кто вообще? Что ты свистишь? Ты слишком подозрителен. Так, вот на этой штуке 100 пудов можно прыгать. Ну. Так. Аккуратно. Пам. Еще раз. И еще раз. Да вы вечно мне не получается на эти маленькие платформы попасть точно. Вот. О, долбобанан. Долбанан, долбанан точно, долбанан. Пернули и жопу вытирать сразу по земле. Поехали. Да что было? Что это было? Это же убить Билла. Фальшивит, правда, но... А, вон он летает. Это мужик мухосранцев какой-то. Я же говорил, видел. Летает вокруг здания мужик мухосранцев. Что? А это кто еще? Я просто решил. Впитываем чашу мудрости. Ушли с крыши. Ушли с крыши, вам нельзя на крыше быть. Крыша детям не игрушка. Че снимаете? Кино? Кино? Какое кино? Интересное кино? Кино какое? Интересное? Интересное кино? Ладно, кино неинтересное. Я столько прыгал на чертовом брезенте и вот этом говне, чтобы узнать, что сюда есть короткий путь на крышу через вентиляцию. И упасть еще ко всему прочему. О, как четко ты стоишь. Давайте найдем задание себе. Вот, миссия невыполнима. Это наша. Можно пособирать как-то факи из руки. Вот. Четко. Побежал. Короче, я выполню миссию невыполнимо. Оба.
Блин. Ёлы-палы, там алмаз закрылся. А подожди, а как сначала надо начинать или чего? Да, надо начинать сначала. Ну, давай, поехали. Ограбление века. Я в тюрьме. Там легавых. Просто плакат с надписью Freedom. Свобода, серьезно. Легавые, выпустите меня. Там он хиппи сидит. Чертовы легавые. Это же побег из Шоушенка. Жесть. Я случайно вообще типа увидел Freedom. Что вы в воздухе зависли? Уже а там кто уже на моем месте спит? Эй. Капец, уже мою шконку заняли. Разыскиваются осведомители? А, вот, разыскиваются осведомители. Уисли Бловер. Голдилокс. Голдилокс. Биг Бэт Вульф. Тинкербелл. Так вот же... Это же она, нет? Иди сюда. Свистетель, плохая примета. Отправьте сюда. Свистетель. Где это было? Свистел, помните, свистел Билл, убить Билла, свистел, это значит свистетель был. А где это было вообще, я не помню. Вот, это где-то было здесь. По-моему, вот на этой крыше как раз таки и было, нет? Так, мы спускались отсюда, чтобы сделать fuck you. Значит, мы были вот на этой крыше. Я знаю. Один из осведомителей я знаю, значит, где. Но остальных, блин, это нереально, мне кажется. Конечно, реально, я же на этого наткнулся. Значит, и остальных реально найти. Слышите его? Да. Вот она. Знал бы, сразу бы захватил с собой в тюряшку, когда грабил. Большой злой волк. А еще и запомнить, куда идти-то, блин. Где-то направо, по-моему, был полицейский участок. Или налево. О, полицейский участок. Так, Big Wolf нашел. Very dangerous. Good luck. Ну, я думаю, когда-нибудь найдем, но... Это задание на не секунду. Давайте куратора пока пойдем выполнять. По пути, думаю, когда-нибудь они найдутся.
Свиститель, это значит... Подожди-ка. Подожди, ты очень похожа на нее. Хильда Лундол. А там что? Подожди, ну вот это же... Что-то капец на нее похоже. Капец, я четкий. Жесть, серьезно. Дедукция на высшем уровне. Шерлок Холмс. Да, это я. Зовите меня Гроза Преступности. Осталось поймать Тинкербелла. Ну, пойдемте пока на миссию, как раз найдем ее. Ну... Нет, не свистит. Подумал, кто свистит. Топотов тоже где-то посвистывать будет. Блин. Ладно. Куратор. Это что такое? Чтобы изменить ее. Остановил раз. Так это что, тоже типа? Что-то я не понял. А где еще восстанавливать? Блин, как-то задания стали такие, типа, разбросанные слишком. Здрасте. Воздушный бар. Типа, восстановитесь. Как вообще задание звучит? Возродите былую популярность уличных рисунков восстановлено. Да. Ну, по логике должны быть такие же штучки, вот типа где нужно восстановить с такими вот красками. Но это глупо, опять же, искать. Ну, блин. Каждый угол опять ходить, обзыркивать. Здрасте. Непонятно, что у вас тут. Но, в принципе, интересно, да, мне. Понравилось. Так, вот здесь задание. Выборы президента. Давайте на выборы сходим. Здесь, видимо, интересно очень. Выборы президента. Примите участие в гонке. Победите на выборах. Козел присоединился к гонке. А что я должен сделать? Может, мэра надо отпиндорить, повлиять на избирателей. Что я должен сделать? Что-то как-то я... Задание все сложнее и сложнее. Ой, еще чихнул. А, подожди, может сюда надо что-то?
Все, я понял, что нужно делать. Господи, что тут тяжелого-то, тупой. Мы же всю жизнь так делаем. Все методом силы. Идем. Ты должен проголосовать за козла. Голосуйте за козла. Только сегодня, только у нас. Эксклюзивное предложение. Голосуйте за козла. Козла в президенты. Козла в президенты. Делаю жизнь лучше от мала до велика. Козла в президенты. И главное, это никого не подговаривал. Голосуйте за козла. Козла в президенты. Козла в президенты. Козла в президенты, мужик. Козла в президенты. Делаем жизнь лучше. Пришел, увидел, проголосовал. О, да. Да. Это моя статуя. Наденьте 25 предметов как шляпу. Подожди, что-то было на счет написано. Облизнуть предмет, чтобы что-то надеть его как шляпа. Это... Наберите их побольше, как долгов. Нажмите F, облизывая предмет, чтобы надеть его как шляпу. То есть, ну-ка. Наверное, как, ну, наверное, только предметы действуют. Давайте попробуем. Ну-ка. Точно. Так, что еще одеть можно? Скамейку можно? Можно. Нам что-нибудь прикольное надеть. Так. Песочные замки на песке. Давайте сделаем их. Я так понимаю, заданий у нас совсем чуть-чуть осталось. Пожарный гидрант. Сходите с кем-нибудь в кино. Потанцуйте на рейве. Прибарахлились. Футболка туриста. Бам. Что? Это что за фигня, ну-ка? Шлагбаум дерется, вообще офигел. Извините, ваш ужин закончен. Нас пришли вип-гости, нам нужно место. Так, что тут делать надо? Песочные замки на песке, новое событие. Постройте из песка новую скульптуру получше. Так, а как построить? Пустое ведро. Нужна вода. Нет? Ничего не понимаю. Ведер наполненный... А как наполнять? А где наполнять?
Подожди, мне получается чужие замки надо? Вот это я, конечно, урод. Ну да ладно. Где наша не плавала? Дал банана, кто-то пинает опять. И за ним, кажется, полиция выехала за долбананом. Ого, как-то уж ФПС сел мне. Три, еще два замка надо найти. Вот вижу один. А вон вижу второй. А что это, блин? Можно же было, наверное, два сразу взять. Нет? Че я по одному их ношу? Ща мы... Да, можно было, наверное, вот так сделать. Ведро на башку надеть. Делов-то. Да. Run, run, run. Ту-ту-ту-ру-т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 у. Оу. Так это да. Это даст. Это даст. The Sun 2. Сандарини. Блин, надо было уточек одеть. Черт. Быстрее. Нас не победят. Защищайте точку А. Жесть. Десандуа завершена. Операция контрписок. Так, подожди. И чё? Король песка. Новое барахло. Тут есть что? Вот если я сюда выйду. Так, а если в те верхние двери выйду? Капра кабана. А, ну это все, все, выход из. Ладно, все нормально. Давайте выполним. Что за... Бомж серый? Мне показалось, или было бомж серый написано? Вот, кстати, еще был замок. У вас тут ничего нету? Есть, так и слышал что-то, что было тут. Фигнюли мне нужны. Не знаю, зачем, я все равно ничего не покупаю. У меня половина магазина не скуплена. Блин, как не скупить, кстати, весь магазин. Это даже скибиди. Скибиди-ва-па-па. Скибиди-ва-па-па-па-па. Один только танец. Мне тоже нужны разные танцы. Так неинтересно. Точно, бомж серый. Это типа гентльм серый, но бомж серый. Помогите ему построить дом. Принесите мешок с мусором. Да, без проблем. Самый большой мешок с мусором тебе принесу, бомж серый. Принеси еще один мешок с мусором. Без проблем.
Вот тебе еще один мешок. Принеси шикарную картонную коробку. Это уже интереснее. Мусор-то ладно, мусор-то я нашел. О, вот. Шикарная картонная коробка. Шикарнее некуда. Расинган. Бомж серый. Ого, спасибо, мистер бомж. Еще и портал какой-то. Крылья феи, открыто новое барахло. А, ну... Понятно. Что это вообще за мир, господи? Почему он состоит из коробок и мусорных мешков? Я должен долететь. Долетел. В конце сто пудов тут что-то будет интересное. Так, погоди. Это же бомж серый. А, как ослепило меня, господи. Перламутр. Все типа? Видимо, все. А что, у меня два золота? Три. А, ну вот, помощь с переездом. Там очень много ящиков, я потом дотаскаю их. Давайте соберем последний... эту штуку. Как она правильно называется? Это алтарь инстинктов. И на этом, думаю, закончим. Посмотрим в следующей серии, что еще можно подбить. Но я думаю, уже... Все, что можно, мы уже все, в принципе, наверное, прошли. Так, вот это лифт, я помню. Взял алтарь инстинкта уже не там. Нафиг мне наверх-то, правильно? Ну да. Вот алтарь инстинктов. Бомжи охраняют. Ну или туристы. А нафиг разница. Я все собрал, дайте мне что-нибудь прикольное. Я все инстинкты собрал. Там что-то на мосту есть. Утиные лапки. И все? И все? Ладно, думаю, на этом закончим. Продолжим уже в следующей серии. Хотя что продолжать? Не знаю, посмотрим. Если что-то еще найдется, то возможно... Ну, найдется, ладно. Всего доброго, пока.